На улице Егорова напротив парка «Ривьера» произошло ДТП. Причины произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД, а пострадавших не сообщается. На улице Эстонская в селе Эстосадок Адлерского района загорелась хозпостройка. По свидетельствам очевидцев, дым шел из подвала. Оперативно приехавшие пожарные установили очаг огня, который не успел сильно распространиться. В течение 30 минут возгорание полностью ликвидировали. Пострадавших нет. Причину ЧП предстоит установить специалистам. В микрорайоне Мамайка произошел дорожный инцидент между скутеристом и пешеходом. Словесная перепалка быстро переросла в драку. Угомонить участников конфликта поспешил неравнодушный мужчина. О причине случившегося неизвестно. В акватории яхтенной марины Сочинского морского торгового порта обнаружено пятно топлива на водной поверхности. На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов, природоохранной и транспортной прокуратуры, Черномора-Азовского морского управления Росприроднадзора. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются, взяты пробы воды. Для локализации пятна на выходе из марины установлены боновые заграждения. Разлива топлива за пределами яхтенной марины не наблюдается. По поручению главы города усилен мониторинг за прилегающими к порту пляжами центрального района.